Аль Сунна валь Джама, прошу Аллаха сделать меня и вас из их числа, подтверждает в отношении Всевышнего Аллаха возвышенность его божественной сущности, а также возвышенность его атрибутах и качествах. Что касается возвышенности в сущности, то в общем на это есть 5 видов доказательств. Коран, Сунна, единогласное мнение, разум и природное естество человека. Коранические доводы о возвышенности Аллаха различаются. Иногда они приходят как подтверждение в отношении Аллаха возвышенности, иной раз упоминается, что Всевышний находится сверху, другой раз приходит о его вознесении, и также говорится о том, что нечто возносится к нему, а нечто не спосылается от него. Свят он и велик. Сунна утверждает это в трех своих видах, в виде слов, действий и подтверждения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Более того, в этом вопросе сунна передана многочисленными путями передач, тем самым исключается всякая ложь, подтасовки и сговор с целью фабрикации. Затем вся мусульманская община единогласно сошлась на этом мнении. Далее невозможно, чтобы разумный человек был таковым, кроме как он обязательно будет подтверждать все совершенные атрибуты Аллаха и очищать в отношении него все качества несовершенности и недостатка. Относительно же человеческой природы, он сказал, когда учитель начал отрицать возвышенность Аллаха и говорить слова, противоречащие истине, дабы дойти до отрицания возвышенности. «Сообщи мне, о учитель, о том, что мы видим, ведь не обращается с мольбой ни один знающий об Аллахе, кроме как он находит в своей душе необходимость в поиске возвышенности. Он говорит, о Господь, поднимая руки вверх к небу, иной раз бедняк стучит в твою дверь, и ты ничего ему не говоришь, но показываешь так, что означает «да, одарит тебя Аллах».»